Реклама, безусловно, не стоит. А запрещать рекламу стоит. Запрещать продажу, покупку никто это не сможет сделать. А в принципе это все, конечно, явление уродливое. Потому что, во-первых, и лица получаются плохие с этим селфи. А во-вторых, ну есть же нормальный фотоаппарат, сфотографируйся. А сколько нужно фотографий вообще в жизни? Я даже вообще вот редко сфотографируюсь. Меня и фотографируют. Я часто и отказываюсь. Нужно хорошее освещение, нужна хорошая постановка кадра. А шлепать все время, да вообще я людей жалею. Вот в метро, если едешь, видишь, как это вот эти вот движения, вот эти судорожные. Что там можно столько времени искать в этом несчастном компьютере? Ну скажи там, что тебе надо сказать. Скажи ему, он тебе покажет там, что, как, куда, чего ходить. Но весь вагон сидит. Книги читают в этих планшетках. Ну что, ну непорядка, непорядка. Это болезнь. В Китае уже от этого лечат, и правильно. Надо лечить. Это психическое заболевание.